кто-то их зажег огнем, распалил азарт. По телу разливается любовь, унесенная течением в круиз без парусов. Губы рисуют фарватер, остров необитаемый простирает объятия. Куда занес этот чартер? Мы лежим бездыханные на суше. Спасаем наши души. Качал бесстыдный шторм, сердце рвется из груди, оглушает гром. Мы снова коротаем миг в раю, это будто в первый раз, будто дежавю. Губы рисуют фарватер, остров необитаемый простирает объятия. За две, за три. Она бы тебе дала за эту сумму. А что не ты? Ты че? Может, хватит пошли? Да ты не завидуй. Хотя у тебя тоже вроде все нормально. Да че я? Потише нельзя? Я сто в одном месте играю. Ты завернулась, недоделка. Зубрила. Ну, спрашивать автора всего произведения, я думаю, без толку. Ну, хотя бы без ошибок. Брависсимо. Совсем уже обнаглели. Учитель вошел в класс, они сидят, как ни в чем не бывало. Может, урок отменить? А я в одном кино видел, что когда так затихают, превращаются в монстры. Вон, смотри, одна уже превратилась. Может, это заразно? Вот я вот сейчас хочу все-таки донести до вашего мозга, чтобы до вас наконец-то дошло. Вот понимаете, вот это ваше поведение, оно ведь меня не удивляет. Я понимаю, у вас кубертатный период, это трудный возраст.
Вот эти все подляны, которые вы мне тут делаете. Мне на них наплевать. Вы меня не доведете. У меня достаточно крепкая нервная система. Стебаться над другими, прикалываться. Ну, это все, на что вы способны, по факту. Вы всего лишь навсего вот одноклеточные амебы. Понимаете? Вы никто, вы пустота. А я поставлен вот сюда, вот на это самое место, чтобы из вас, вот из таких вот, сделать людей, сформировать личности. Понимаете? Я понимаю, для вас эти слова не знакомы. Так вот эту пустоту вашу, вакуум, лакуну, я должен наполнять ежедневно новыми смыслами, идеями. Чтобы вы научились думать, мыслить, анализировать. Сформировать из вас, я не знаю, духовно, морально, нравственных, совестных, в конце концов, людей. А что в итоге? Ну, чем вы интересуетесь по жизни? Да вы закопались уже целиком и полностью в этих ваших гаджетах, в своем этом интернете. Ну, если бы еще хотя бы что-то нужное, что-то дельное там подчеркивали, а что в итоге? Тиктоки вы эти ваши, хреноки. Ютубы. Смотрите там всякую хрень, как губки в себя впитываете вот это вот все. Весь этот шлак, который там вот сливается. Вы без своих гаджетов уже, извините меня, конечно, за выражение, вы уже в туалет сходить не можете. Вы уже задницу себе потереть без их помощи не можете. Вас ничего в этой жизни не интересует. Ни наша страна, ни ее будущее. Да мне кажется, по большому счету, вы сами себе не нужны. Это просто неуважение. Неуважение ко мне. Это в первую очередь неуважение к вам самим. Вот таким вот, какие вы есть. А мы потом еще удивляемся. А у нас поколение пропадает. Да, смешно, смешно, конечно. Нет, я, конечно, все понимаю. Но, дорогие мои ребятки, совесть надо все-таки поиметь. Ну, хотя, немножко. Вот вы сейчас сидите тут все такие, на чиле, на расслабоне. Вам вообще плевать, что вошел учитель в класс. Вы даже не соизволили встать. Вот знаете, что больше всего меня поражает? Это вот как вот вы, ну, подобные вам, еще умудряются поступить в высшие учебные учреждения. И ведь заканчивают их. Заканчивают с красными дипломами. А потом вот такие вот чудо-специалисты приходят, ну, каким-то предприятием, ну, типа нашего отечественного автопрома. Угу. И что в итоге? Да ну его нафиг из говна конфетку делать. Тянуть бегемота из болота. Мы все равно как немцы-то мы лучше-то не сделаем, правильно? Ну, что заморачиваться? Да проще он и раскошелиться, иномарку купить, и все. Никаких проблем. Потому что вам ни до кого нет дела. Вот вы, дорогие мои ребятки, люди 21 века. Вы родились уже в нем. И жить вам в нем. Только как вы будете жить, я
не представляю. А ведь все будущее нашей страны целиком и полностью будет зависеть от вас. Может быть, у вас есть какие-то новые идеи, смыслы, замыслы? Как вытащить нашу страну из вечного кризиса? Ну так ведь нет ничего, ребятки. Ну хорошо, пускай вот это все устарело, оно несостоятельно. Пускай где-то перегнивает там, на складах, в библиотеках. Пускай пылится там. Ведь что такое библиотеки? Ну, некоторые товарищи говорят, что это просто склад. Ну, как музей. В музее хранятся вещи, которыми мы в быту уже не пользуемся. Ну, значит, вот этими идеями мы тоже уже не пользуемся. Но понимаете, в чем проблема? Чтобы перестать пользоваться вот этими идеями и замыслами, нужно родить новые, свои. А где они? Где? Так вот, если у вас этих идей нету, тогда открываем учебник на странице 66, повторяем и подходим к доске отвечать. У меня все. Вот я и пытаюсь донести до вашего девственного мозга. Здравствуй, Лизонька. Проходи, садись. Что литература, если это, конечно, настоящая литература, не какая-то там Филькина грамота, это не тема раскрыта, ошибок нет. Но ошибки они всегда были, есть и будут. Это в первую очередь колоссальнейшая работа человеческого духа. Но чтобы разбираться в этой теме, нужно быть самому в теме. Ну, я уж не говорю знать всех наших писателей земли русской. Ну вот, хотя бы самые основные. Знать, в чем они схожи, в чем они различаются, в конце концов, между собой. И уже потом решить для себя, нужно тебе вот это вот. Или послать все это в задницу. Ну, кто смелый, кто ответит? Курдюбов. Два. Ой. Можете две двойки поставить, слушайте. Мне это пофигу, а вы можете не отказывать себе удовольствие. Да вы не волнуйтесь. Я вам всем двойки за четверть поставлю. И в аттестате. Ну, кроме, конечно, Лизоньки. Лиза, Лиза, прочитала я твое сочинение. Да. Вы поэт. Не зарывайте ваш талант. Мне кажется, в литературе у вас будет большое будущее. 5. 5 с плюсом. Да, если можно было поставить, я бы поставил и 20. Золотая медаль у вас в кармане. Я вам обещаю. Чего ты, проститутка, блядь? Что ты там сказал, подонок? Пошел вон из класса. Так. Мне интересно, как вы будете сдавать ЕГЭ? Так я умный, из трех вариантов угадаю мелодию.
Это с вашей позиции по жизни. Я даже не знаю, что из вас вообще получится. Купить масло. Да. Вот она. Жизнь. Холостяцкая. Весь день ловит стрекоза собственным день. Помнишь, как сказать, когда Гарри занялся работой?
Алло. Я слушаю. Хотим, значит, общаться. Я вижу в маяках твои глаза, кто-то их зажег огнем. Распалил азарт. По телу разливается любовь, унесенная течением в круиз без парусов. Губы рисуют фарватер, остров необитаемый простирает объятия. Куда занес этот чартер? Качал бесстыдный шторм, сердце рвется из груди, оглушает гром. Мы снова коротаем микрорайон, это будто в первый раз, будто дежавю. Да. Да, я слушаю. Лизонька. Ты, конечно, можешь и дальше продолжать молчать. Но я тебя и по молчанию узнаю. Я прочитал твою записку. Твой почерк. Его трудно с кем-то спутать. Лизонька, это безумие. Тебе 16 лет. А я старше тебя на 16 лет. Я был женат. Когда-то, еще в прошлой жизни. Я люблю тебя, Лиза. Люблю, как свою любимую ученицу. Ты самая способная в классе. И я уверен, что тебя ждет большое будущее. Ты встретишь достойного человека. Выйдешь замуж. Родишь детей. А про меня даже не вспомнишь. Я считаю, что это правильно, Лиза. Это правильно.